Можешь начинать. Все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Чего? Какая чужестранка? Ребята, как я уже говорил, я очень сильно люблю своих подписчиков, поэтому сегодня я хотел бы поздравить одного из них. Сегодня, 16 мая, Вафину Эрику из города Казань исполняется 8 лет. Давайте мы дружно все поздравим его с днем рождения, пожелаем ему успехов и удачи. Может, в будущем он станет великим майнкрафтером. С днем рождения тебя, Эрик. А сейчас мы переходим к самому ролику. Приятного вам просмотра. Ой, устроился на работу в новое место охранником на телевидении. Первый канал. Ну, в принципе, очень просто тут работать. Мало людей сюда приходят, на эту студию. Поэтому можно прийти и поспать на рабочем месте. Ой, мое место. Ой, все, можно тут дремнуть. Главное, чтобы сегодня никто не пришел. Ой, все. Ой, все, надо дремнуть. Как это? Как это? Ой, да кто там опять пришел? Я ж просил, чтобы никто не приходил. Чё там? Агу. Это еще кто такой? Ты кто? Иди сюда. Ты кто такой? Ты кто? Молокосос. Я вижу, что ты молокосос. Ты что тут забыл? Студия, первый канал. Ты что сюда пришел, а? Пи-пи-пи. Какие пи-пи? А ну уйди отсюда, тут детям не место. Не-пи-пи-пи. Пе-пе-пе, чё, пе-пе-пе? Пе-пе! Пе-пе-пе! Пе-пе! А, петь, да, петь! Петь, петь! А-а-а! Ты новый участник голоса дети, да? На голос дети пришёл. Аку! Пропуск есть? Гу-гу-гу! Лайки, точнее, есть? Гу-гу-гу! Вот лайк поставишь, пропущу, так не пропущу, я вообще охранник, не пропущу. Гу-гу-гу-гу-гу! Ну хорошо, поставь лайк, молодец, из всех попросил, чтоб лайки поставили. Кака, я буду хорошо, давай. Конечно, сегодня никого нету, ни Билана, вообще никого, поэтому я буду смотреть, как ты поешь и слушать. Давай, чтоб я тебя пропустил. Я охранник, нечем заняться, конечно, давай. Можешь начинать. Все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Чего? Какая чужестранка? Ты... В смысле, ты сейчас спел? Хрен, я понимаю вообще. Шоу-бизнес нынешний, все под фонограмму, и ты тоже под фонограмму, да, поешь? Дебил, вот приходят на телевидение, под фонограмму поют. Ну ладно, мне вообще посрать, я вообще тут охранник, поэтому можешь проходить, если хочешь. Ладно, я понял, ты участник. Вообще прикольно, у тебя голос, даже под фонограмму. Ладно, все, малый, все, я понял, можешь валить отсюда, можешь давай. Вали отсюда. Так вот ты побежал, дебил! Иди сюда! Какабубу! Какие какабубу? Ты вообще видишь, что тут такое? Ты видишь, что тут такое? Прочитай, умеешь читать? Га! Дом 2, понимаешь? Ты сюда зайдешь, ты... Дом 2! Психушку заберут. Психика будет очень плохая. Поэтому я тебя сюда не пущу, я сам сюда ни разу не заходил. Я вообще слышал, вам дурдом творится. Я хочу! Смотри, малый, если тебя мамаша потом психушку отправит, я не виноват. Заходи, смотри. Там раздевалки как бы, тут мужская. Сиськи-письки-попки. Какие сиськи-письки-попки? Выйди отсюда, тут девушка переодевается. Тут девушка переодевается, что ты тут забыл, дебил. Так, все. Сиськи-письки-попки. Ты еще маленький, какие сиськи-письки-попки? Ты растишь. Да нету там сиськи-письки. Сейчас закричит. Гу-гу! Ладно, малый, ты что, хочешь, давай, иди посмотри, что там. Катя, стреляй, ты хренеты! Ты что, дебил, я понимаю, что ты тоже дебил, но ты аккуратней. Малый, ты что, придурок, как я... Все, давай, вали отсюда. Поднял тут шумиху в доме 2. Давай, вали отсюда. Я еще вернусь. Вернется, он, конечно, вернется. Передачу завтра записывать буду, вернется. Да чё там за хрень творится опять в этом доме 2 сумасшедшем? Так, вашу мать, сейчас я в камере посмотрю, что там у вас происходит, блядь, дебилов вот этих. А вы не знаете, как будешь бояться? Чё за хрень там происходит, вашу мать, в этом доме 2, дурдоме? Что там за... Так...
Так. Малый, ты что тут делаешь? Иди сюда, паскуда! Террорист проклятый! Это ты всех убил? А? Нет! А кто я? Я по камере видел, какой-то псих маньячина ворвался, всех перестрелял. Как хуп, чё ты? Кто тут был вообще? Кто тут был? Ты его запомнил? Лицо видел? Лицо? Нет! Не, ну конечно, он молодец, что этих придурков убил. Но все же, это преступление! Я украл! Смотри, что украл, смотри! О! Так. Так это же его, вот это я видел, он в этом был. Ага, да, я как сорвал! То есть ты лицо его видел, да? Показания сможешь дать, кто это был такой, да? Да. Да? Ну хорошо, хорошо. Ну, давай, пошли, показания будешь давать. Иди сюда. Что ты там сделал, а? Что ты там сделал, я видел тебя в руке. Ничего, ну хорошо, пошли, малый, пошли. Пошли, все, давай, пошли показания давать. Что ты там вот, что это за хрень такая? Ты что, козявки, какули кидаешь на стенку? Козявки! Хрен на себе, козявка больше, чем башка твоя. Тебе к врачу бы надо. Козявки. Не, какие, ты еще сейчас бы козявки облизать, дебил. Пошли. Козявки. Все, пошли, хватит козявки раскидывать. Все, пошли. Показания можешь дать? Куда? Так опять куда ты? Опять петь хочешь, да? Опять петь хочешь? Ага, петь! Ага. А, то есть второе прослушивание. А Билана же опять нету. А ну хорошо, я опять буду слушать. Хорошо, давай, пой. Эдичка показывал писюн. Не-н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 е, вот это не надо петь. Фонограмму выключили. Вот это петь не надо. Не надо вот эти писюны за свои пяди показывал. Не надо, все, успокойся. Гу-гу-гу-гу-гу-гу. А никакие, ого-го, это вообще неприятно, может быть, человек, вот писюны пока никто не показывал. Что за вранье? Все, пошли отсюда, пошли. За хрень это? Козявки! Что за странные козявки, не могу понять. Где-то я это видел, когда... В Афганистане служил, видел такую хрень, только не помню уже, что это такое. Козявки! Ты видел козявки? Да вот похожие козявки, да, что-то такое видел. Ну, ладно. Нормально. Так, тут все у них спокойно. Все, пошли отсюда. Это что? Что это? Да ничего, там передача опять, студия. Какая? Ну, пусть говорят, там передачу сейчас будут снимать. Туда! Нельзя туда, у меня даже пропуска самого нету. Меня самого пригласили, я тут пойду посмотрю. У меня пропуска нету, это самая элитная передача, нельзя туда идти. Все, выходи отсюда. Где? Где? Вот как это ты? Чё за... Да хрена у тебя козявок, я говорю, врачу надо сходить. Козявки какие-то. Все, давай, малый. Так, куда? Куда ты? А, показания. Иди сюда, будешь давать. Иди сюда. Так, давай, описывай его. Каким он был? Бафын был. Большой, сейчас запишу в компьютер. Большой, хорошо. Бафын? Лет, сколько по лицу было, 68? Какие 68? Он, ну, хорошо. Он маленький, да, вот такой низкий ростом был, да? Низкий ростом. Бафой был. А чё я на камере видел? Низкий был? Чё это такое? Бафой! Бафой. Голос у него грубый такой был, да? Типа, я чё расстрелять, чё такое, да, я слышал? Да. А в каком направлении? Иди покажи. Иди сюда, быстро. Иди сюда, в каком направлении он побежал? Куда побежал? Пока-пока! Придурок мелкий, а! А так, настал тот день, слава богу, я пойду на передачу, пусть горят. Меня пригласили как охранника Первого канала. Ой, уже прям не терпится посмотреть, что у них там опять за срач сегодня будет. Так, и где-то карточка есть, эфир еще не начался. Эфир! Не, еще ждут, Соболев. Так, где-то вот тут присяду, где-то вот тут все буду ждать. Не, тут хреновое. Вот тут буду ждать. Начинайте там, давайте. Ну давайте, вот там начинайте уже там в эфире передачу, пусть говорят, давайте, заколебали ждать. А ну извините, кому не двигаться, никому не двигаться. Малый, это ты, малый, пушку. Заткнись, руки за ноги. Не стреляй, что такое? Заткнись. Молчу.
я босс молокосос, я пришел, чтобы показать всему миру, мои козявки, что я здесь самый крутой. Хочешь козявку? На, опять козявка? Убери вот это, убери, не хочу вот эти козявки видеть. Заткнись, ты не умеешь стоять на месте. Я босс молокосос, я тут самый босс всех боссов. Я уничтожу этот мир, захвачу его, понятно вам всем? Всем понятно? Тебе понятно? Да понятно, какашки собери свои козявки, уходи отсюда! Сюда иди, быстро сюда подошел! Да сюда тихо, подошел! Тихо, да что сюда, не убивай! Сюда быстро! Да я тут, что? Сейчас на примере нашего тупорылого охранника вы все увидите, на что способен! Не надо! Сюда быстро стол! Что ты делаешь? Во славу босса! Нет!